Йозеф Ольерберг, немецкий снайпер на Восточном фронте, 42-45 год. Содержание. Глава первая. Переступить черту. Вторая. Попытай свое счастье. Ставь снайпером. Третья. Непоседимая доля удачи. Четвертая. Особый дар самоконтроля. Пятое. Не побрившись, нельзя смотреть в глаза смерти. Шестое. Господин профессор и его карболовая мышь. Глава седьмая. Еще одна предварительно запланированная катастрофа. Глава восьмая. Почерк снайпера. Глава девятая. Крайности человеческой жестокости. Глава десятая. Хуже голодных лис. Глава одиннадцатая. Снайпер ошибается только раз. Глава двенадцатая. С румынами что-то происходит. Глава 13. Обезличенная статистика. Глава 14. Час снайпера. Глава 15. Герой дня. Глава 16. Гибель гитлеровской Германии. Эпилог. Эта книга уникальное свидетельство из первых рук. Это откровенный и циничный рассказ немецкого снайпера, безжалостного профессионала, на счету которого 257 жизней советских солдат, о самых неприглядных сторонах войны на Восточном фронте. Мрачные и душераздирающие воспоминания этого человека свидетельствуют об ужасающей жестокости войны на Восточном фронте, в которой не было места ни рыцарству, ни состраданию. Сам Ольерберг полностью соответствовал этой войне, был хитер и безжалостен, умел выжидать и обладал почти животной способностью ориентироваться на поле боя. Он уцелел в самых страшных испытаниях, но заплатил за выживание чудовищную цену, превратившись в законченного убийцу. Переходите по шапке, в описании по ссылочке в Телеграм, там будут зачитываться некоторые абзацы, некоторые статьи из этой книги. Будем общаться, обсуждать.